продолжая ратовать за чистоту всего того, что в человеке должно быть прекрасно, сегодня наши очумелые ручки в лице чисто народного очумельца Андрея Александровича Бахметьева от всей его чистой души направят все его чистые мысли на чистоту нашей одежды. Пожалуйста, маэстрочка. В стенах нашей лаборатории успешно была изготовлена и прошла испытание конструкция, которая позволяет убирать различную шерсть или нитки с любых поверхностей. Эту конструкцию прислал нам господин Серебров из Соль-Илецка. Вот ты, елки-наталки, извиняюсь. Вас будут бить и Соль-Илецкие, и Соль-Илецкие, и все остальные за то, что вы перепутали их родину. Соль-Илецка. Соль в чем? В Илецке. Ценные бандероли с денежными благодарностями можете отправлять по вот этому адресу, товарищи. Так, все вы изрекли? Да. А вот я в данный момент демонстрирую на работе и дома экономию. Видите, все имущество должно быть в сохранности. Пожалуйста. Итак, что требуется для изготовления этого устройства? Можно взять стандартный валик для покраски, уже ненужный, или изготовить самому. Вот это вот взят черенок от лопаты, просто проволочка, и сделан вот такой валик. Следующая деталь, которая нам понадобится, это такая застежка типа липучка. Вот. А есть скрюченная половинка, да, у липучки, да, а есть такая заволошенная. С петельками, да. Так вот, нам нужна та, которая с крючочками. Вот это вот. Так. Дальше все очень просто. Мы берем эту часть и каким-то способом это можно приклеить. Можно... Да, осторожней. Осторожней. Можно приклеить. Мы предпочитаем надежно все это вот так вот. Отдайте, я хоть тоже внесу. Спасибо. Нет. Не смотри, мой молоток, ты здесь был. Все в реальном времени происходит. Дайте мне тоже добавить. Давай. Давай. Добивай. Ну, я пошутил. Работает? Не шутит таким. Я пошутил. Так, готово устройство к испытанию? Да. Так, ну теперь нужно грязи найти. Поручается, я догадываюсь, Андрей Александрович. Не уж. Так, все стерильно. Смотрите, вот у нас вот есть источник разной заволошенности. Андрей Александрович, давайте представим себе, что вы обнимались со своим любимым хомяком, например, таким брунеттистом. Вот. И вот, вот заволошенность, она равномерно распределяется по всему вашему организму. Видите? Хотя, с другой стороны, грязь, нанесенная ровным слоем, это и есть чистота. Вот мы это поэтому фрагментарно наносим. Интересно, вот я вернусь домой, как я это жене объясню? Более того, Андрей Александрович, он может сейчас риторический вопрос сам себе задавать, но сейчас вслепую он будет все это собирать. Я не буду это вслепую собирать. Бурнаши, мост подожди. Не буду я это вслепую собирать. Александр, пробуйте. Я заслоняю микрофон, не трогайте микрофон. Вот так. Поехали, смотрите. Друзья, смотрите, на ваших глазах, закрыв свои пламенные очи, Андрей Александрович производит почти бритье. Андрей Александрович, чтобы до лица не трогать, а то и бритье параллельно. Ну, вот Бреет чисто, не прерывая сна. Ну, я вам помогу. Не, ну это надо периодически его чистить. Это... Да что вы, да. Еще и в чистке нуждается. Вот это вот. Недоработка. Ждите следующих серий. Почему недоработка? Вот оно все, вот. Все тут налипло. Мураль должны сказать? Андрей Александрович, давайте вот изобразим скульптуру рабочий. Вот. Передавая вам для испытаний этот, можно сказать, чистейший прелести чистящий образец, очумелые ручки напоминают, что чистота эксперимента напрямую зависит от частоты проведения этого эксперимента.